На календаре 5 октября, и сегодня мы отмечаем Всемирный день учителя. Этот праздник одинаково дорог и детям, и тем, кто уже давно завершил обучение. В жизни каждого из нас есть педагог, а может быть и не один, который особенно повлиял на нашу жизнь. Профессия учителя – это не просто работа, это или профессиональная обязанность, это скорее призвание. Сегодня мы хотим выразить благодарность всем педагогам большой буквы, всем, кто прививает знания подрастающему поколению, помогает разглядеть в детях личность, всегда не прочь поделиться мудрым советом. С праздником, дорогие учителя! Пусть ваш бесценный опыт поможет нашей молодежи вырасти достойными и умными людьми. Наша программа «Танго-студия» продолжается, и прямо сейчас давайте подключим к беседе нашего таролога и узнаем все секреты предстоящего дня. Марина Салиева с нами на связи. Доброе утро, Мариночка. Как вы поживаете? Как котята ваши? Да, кстати, пристроили, да? Ой, какие котята, я их даже сфотографировать не успеваю, чтобы в интернет выложить. Они очень активны. Но они пока у вас живут, да? Ну да, но пока ну, конечно. У нее, но мы вот все активно сейчас ищем вам хорошие руки для этих замечательных котят. Ну давайте узнаем, это сегодня такой праздник. Самочки счастья, вы себе не представляете, это просто какой-то, не знаю, а такая находка потрясающая. А вы оставите их себе? А, Марин, может, вы себе их оставите? Ну ничего, она скоро к ним привыкнет, так что не отдаст. Мариночка, сегодня Всемирный день учителя. Такой замечательный праздник. Вообще, учитель – это, наверное, самое главное после родителей в нашей жизни. Вот что сегодня карты говорят по этому поводу? Давайте узнаем. Я из династии. Вдруг что-то перекликается. Да, поэтому я сейчас вытащу самую лучшую карту. Да, давайте. Так, давайте, ага. Прямо держим кулачки. Так, у нас королева пентаклей. Пентакли. Отличная карта. А сегодня судьба будет щедра на подарки. Сегодня у нас в кошельке может быть приятное пополнение, неожиданное в виде бонусов, повышения зарплаты или каких-то новых проектов и перспектив. Хорошие новости придут именно от женщины. Это может быть ваша начальница, учитель, это может быть ваша коллега, которая сегодня волей-неволей послужит такой доброй феей, обеспечив приятную прибавочку в кошельке. Но для меня, если честно, пентакли не только про деньги, но еще они у меня про семью, про хорошие отношения. То есть сегодня я бы посоветовала людям съездить, сделать такой небольшой сюрприз. Может быть, это будет учитель, может быть, это будет мама, тетя, близкий человек. Возьмите тортик, приедьте, попейте чаю, поговорите. И Вселенная наградит вас за это внимание. То есть пентакли для меня не только про деньги, но и про семейные какие-то отношения. То есть карта перспективная, сегодня у вас будет прибыль, но не забывайте о своих близких. Сделайте какой-нибудь им приятный подарок или сюрприз в виде тортика или букета цветов. Совершенно верно, потому что общение – это дороже денег, знаете, друзья. Мы непременно воспользуемся вашими советами и вашими предсказаниями. Спасибо. Спасибо огромное, Мариночка. Увидимся завтра. Хорошего вам дня. И тоже, вы тоже, наверное, сделаете сегодня какой-то интересный поступ, встретитесь с близкими, с тортиком. Безусловно. Сегодня приедет бабушка, мы будем поздравляться с Днем Учителя. У меня и мама, и бабушка педагоги. Боже, да поздравляю. Передавайте им самые теплые наши пожелания. Хорошего вам вечера. Всего хорошего. Спасибо.